Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Фризен. И сегодня мы с вами будем открывать новые сувенирные наборы Рио. Поэтому ты ставь лайкос, подписывайся, также подписывайся на мой телеграм-канал. И погнали смотреть! Так, три штучки у меня есть. Сейчас заберем еще парочку. Так, да, есть. Берем миражик. Возьмем еще оверпас. Нюк надо взять обязательно, нюк. Так, забрали. Так, что у меня, по-моему, все есть, да? Нюк, оверпас, мираж, даст 2, вертиго, инферно, да. Так, а что у меня остается? Сколько у меня остается жетонов? 5 жетонов у меня остается. Солидно! Берем еще один даст. Мираж. Оверпас хочу еще взять. Инферно еще взять. И у меня, по-моему, все должно кончиться, но попробуем еще один не убедить. Да, о, еще есть. Все, там, по-моему, должно теперь точно кончиться. Да, все. Так, ну что же, 11 сувенирных наборов сейчас перед нами. Это означает, что мы будем сейчас их открывать. Я надеюсь, годнота какая-нибудь выпадет. Ты, главное, лайкосик прожми. Поехали. Попробуем с нюка с самого начала. Откроем нюк. Когда-то было время, когда мне выпадал блок ядерный сад. Он тогда стоил 800 рублей. Возможно, мне сейчас также фартанет, поэтому поехали. Покрутили, полетели. Понял, как обычно. Ничего интересного, 3 копеечки у нас есть. Потратили там дофига. Так, попробуем миражик еще открыть. Было бы неплохо вот это. Пустынная гидра, заверните ко мне одну, пожалуйста. Или я пролетаю. Или я пролетаю. Интересненько. Так, откроем еще инферно теперь. Ну, сувенирный коллаж, кстати, поношенный, стоит 1200. Так что, давай-ка. Так сказать, фаст открытие у нас. Быстренько открываем, без каких-либо разговорчиков. UMP внедорожник. Понятно. Хотя бы какую-нибудь вот синечку. Не вот эту вот серую ерунду, которая никому не нужна. А вот хотя бы синее что-то. Там хотя бы какие-нибудь 3 копеечки получить те же самые. Уже было бы неплохо. Ой, там фиолетовая пролетела. Ух. Береты у нас, как обычно, ничего нового. И сразу вот тут вот. Чтобы они никто не ожидал, мы сразу вот эту вот капсулку открываем. Тихо, тихо! Блин! Почему это было настолько близко сейчас? Как это было? Как это сработало вообще? Ну ладно. Погнали, откроем. Откроем. Что у нас тут по 2 осталось еще? Даст 2 у нас есть. Давай даст 2. Крутанем еще раз. Ой, золотой калаш, наверное, там 3 миллиарда стоит. Спасибо. Спасибочки. Спасибочки. Благодарочка. А сколько он у нас стоит? Ну-ка. Угу. 4 рубля. Блин, это так-то солидно сейчас было. 4 рубля. Нормально. С тем учетом, что одна медалька стоит как бы там 185 рублей. Ничего, нормально. 4 рубля это тоже неплохие бабки. Так, у нас еще 2 оверпаса. Давай оверпас крутанем сейчас быстро. Прям вообще даже ничего не смотря. Синяя пролетела там солидная. Опа, тихо, тихо, тихо. Голубенькая. Голубенькая, которая нам тоже ничего не дает. Это не синева все-таки, да. Это я дальтоник немножко. Которая тоже стоит там. Я даже боюсь смотреть. В конце посмотрим, все оценим. Так, и у нас остается... Не знаю, у меня прям есть какие-то надежды на нюк все-таки. Что, возможно, мне выпадет еще раз ядерный сад. Поэтому крутанем. Понял. Там даже Негев только что не долетел. Сувенирный P250 чертеж нам выпадает. Прикольно. Ничего нового, ничего интересного. Все так же тратим деньги, а нам ничего интересного и годного не выпадает. Наверное, я, если честно, единственный открываю вот эти вот сувенирные наборы в надежде, что что-то выпадет. Многие, наверное, открывают просто так по фанчику, если вообще их хоть кто-то открывает. С нюком у нас все, облажались мы. На даст 2 у меня вообще никаких надежд, если честно, нет.
потому что тут ничего особо такого красивого, что мне нравится и нет. Хотя градиент юмпик можно было. И вот этот вот USP-шку. Ладно, крутим. Опа. Ну блин, ну как так? Ну как так? Ну что за прикол такой? Я не понимаю. Давай попробуем оверпас. Можно М-ку шедевр сувенирную, чтобы я просто улетел в космос? Чекаем, а сколько она вообще у нас стоит? Блин. 4000. 4700 поношенная, немного поношенная. Сколько это? Это что, 11? Ух. Прямо с завода там вообще миллиарды. Если вот какая-то годнота выпадет, то это вообще будет. Я просто стану таким миллионером крупным. Ну нет, это как бы все мимо у нас, как обычно. Мне даже синяя не выпадает. О чем? Куда я вообще позарился, молодой? Куда ты смотришь? Иди сиди со своим ширпотребиком, отдыхай. Собрался. Так, что открыть? Чики-брики, пальчик-выки. Мираж открывает, принято. Ну, можно хотя бы вот этот вот пиксельный камуфляж. Ух, какой он. Ух, какой он. Неплохой. Поедем, откроем. В надежде, что он выпадет. Он только что у нас пролетел. Так, немножко поманило нас. И все, понял. И выпадает опять P250 без бодия. Сколько у меня уже P250? Два всего. Мне казалось, тут их миллион. Как будто одни P250 только и выпадают мне. Так, ну что же, последний наборчик открываем. На него вся надежда. Но мне ничего не выпадет, поэтому крутим. Все. Все. Все сувенирные наборы открыты. Годноты никакой нам не прилетело. Погнали чекнем, что по ценам. По ценам я что-то уверен, что там вообще прям отмена полнейшая. Так, 2 рубля. Угу. 90 копеек. Ух, 68 рублей. Ну ничего себе, это можно сразу выставить так-то на продажу. Так, 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 так. 68 копеек. Это солидно. Это солидно. Так, далее. Рубль. 4 рубля. 6 рублей. 4 рубля. Так, а вот это вот у нас наклеечка. 10 рублей. Ух. 11 рублей. 2 рубля. 90 копеек. 2 рубля. Ага. Ну что же, в этот раз нас мажор вывел в плюс огромный, как вы заметили. Прям, ну, по 2 рубля там скинчики вообще нормальные были, неплохие. Мне понравились. Как обычно, годноты не было. А чего еще можно было ожидать? Ничего. Я так и думал, что ничего нам не выпадет. Поэтому ты ставь лайкос, подписывайся. Также, если будет неплохой актив под этим роликом, то мы откроем еще этих сувенирных наборов. Поэтому всем удачи. Всем спасибо, что посмотрели. Всем пока-пока. С вами был Призм. Стул скрипит, но ничего.